старину. В середине марта отмечали день прокопа Перезимнего или дорогорушителя. В это время начинал таять снег, портились прокатанные снежные дороги. В современной России этот день народного календаря все так же актуален. Каждую весну в нашей стране тает асфальт. И дорожные службы начинают работать сверхурочно. С 6 утра и до 18 вечера, то есть весь световой день, длится сейчас рабочая смена дорожных бригад. По республике ямы латают около сотни человек, 40 единиц техники. Задействованы все подрядные дорожно-эксплуатационные организации. Технологию применяют специальную, подходящую для мартовских погодных условий. Мы проводим чисто ямочный ремонт холодным асфальтом. Таким образом, просто устраняем аварийность дорог в целом. Но при благоприятных погодных условиях в апреле месяце мы переходим уже на текущий ремонт, где будем производить вырубки асфальтового полотна и просто будем латать уже горячим асфальтом. Всего с начала года дорожные службы залатали ямы на площади в 4000 квадратных метров.